наша команда существует с 2016 года и является первым национальным чемпионом по хоккею с шайбой среди женщин. Для нас это не просто престижно, для нас это дело чести вернуть кубок из Днепра снова домой. К сожалению, соревнования прервались в середине всех матчей, и мы не смогли доиграть финальную часть, но по результатам мы все-таки заняли первую позицию, поэтому были признаны чемпионами в этом году. Скажу вам так, что это не так не результатом, а все территориальные команды Днепра, и это уже самое пожелтое место в зале спортивного права, которое у нас просто спасибо.